Всем привет! Сегодня мы будем добивать наши акции, которые мы вчера с вами проходили. Я показывал их. У нас сегодня новые попытки есть. Попытаемся добить недостающих героев, которых мы не достали. Давайте начнем с жары Castle Clash. Мороженки, если вы смотрели, самая, скажем, такая, ну, по призам плохая акция. Мы здесь, по-моему, сейчас посмотрим, получили малыша Ника Дракос, Ронина получили, не получили только Тессу. С этой акции посмотрим, может, нам повезет. Так, самоцветы, таинственный мешок рун. Вот, как я и говорил, то есть, грубо говоря, там нам 8 мороженок, и мы получили Тессу. То есть добили эту акцию до максимума. Сейчас еще получим, наверное, коробочку таланта с нее. Посмотрим, если повезет. Значки почета, опять значки почета. Ну, видите, в этой акции падает очень много расходников. Для начальных аккаунтов, ну, они как бы неплохо будут, но для меня это как бы мусор, честно говоря. Так, самоцветы. Ну, не знаю, вот именно эта акция мне не сильно нравится. Даже все акции, где за 30-й, типа, за 30-й итем дают, типа, бонус-приз, честно говоря, не очень. Так, значки почета, кристаллы. Ну, было бы неплохо, если бы реально ввели сразу там по 6 хотя бы открывать. И тут получается очень много времени тратится на вот это вот щелкание. Точно так же и в акции на этот счастливое число. Там тоже очень много попыток дают, и приходится, там, не знаю, минут 40 щелкать, чтобы что-то получить. Очень неудобно. Редкий мешок рун. Ну, где-то должна быть попытка. Где-то сейчас 3000 значков почета. В принципе, самоцветы. Мне тоже значки почета сейчас нужны, потому что я докачиваю последних героев в алтаре уже на вторую эволюцию. Поэтому бывает, значков почета чуть-чуть не хватает. Так, ну что, не будет ничего? Походу, ничего не будет. Вот так вот. Одни расходники. Золотой ключ. Так, хорошо. С этой акцией мы закончили. Поехали в следующую смотреть. Следующая акция у нас рубашкой вверх. Здесь мы так и не получили Вольтора. Рино получили, Хранителя получили. Вольтор нам так и не упал. Попробуем его достать. Если повезет. И мы также здесь не получили руну эволюции, которую
написали в призах, но, как ни странно, она ни разу не упала за столько попыток. Хотя предыдущие разы там по две вытаскивал за 3-4 пака. Сейчас как-то непонятно. Значки. 150 самоцветов. Очень серьезно. Так, давайте уже какие-то плюшки. Кристаллы героев. Ну, в принципе, кристаллы героев тоже нужны. Докачать скиллы. Оставшимся героям хочу тоже всех докачать уже. И просто кристаллы героев буду копить. От обновления до обновления. Так, ордена. Ну, видите, тоже ничего не падает толкового. Только одни расходники. Вольтор, не знаю, где тут Вольтор спрятался, но... Тессу, в принципе, получили. Осталось только Вольтора получить, и... Тогда мы, получается, ну, как бы за эти выходные получили всех последних героев. То есть есть смысл один раз на выходных, если у вас цель. Вот Вольтор. То есть, как я и говорил, можно за один раз на выходных достать всех героев. Что мы и сделали. Так, давайте добьем. И у нас останется еще яйца. Мы там, по-моему, вытащили всех, если я не ошибаюсь. Смотрим на призы. Ну, еще мы отсюда, как ни странно, руны эволюции так и не получили. Хотя, в принципе, за столько попыток можно было бы и одну дать или две. Или они ее сюда просто не вставили, написали. Потому что, ну, реально она должна упасть за столько доната. Ну, Тарас еще один. Это уже третий, если я не ошибаюсь. Два вчера мы вытащили. И сегодня еще один. А руны эволюции так и нету. Как-то странно. Почему Вольтора не падают по два, по три? Так, ордена. Видите, одни расходники падают. Ну, кристаллы героев по 200 дают, в принципе, неплохо. Тоже нужный ресурс. Но не на... левелах, потому что, ну, как бы в топе уже все герои переведены, книг хватает, значков почета хватает, вот, все, закончили. Так, и поехали еще третью акцию, яйца откроем. Так, что мы получили? Анубиса Арктику получили. Стрелка получили. Ведьму получили. Ну, в принципе, всех получили отсюда. У нас осталось 52 попытки. Давайте посмотрим, упадет ли нам
Еще пару сетов психощита и яиц легендарных сможем ли мы получить. Вот первая легендарная. Тоже неплохо падают здесь. Вот Кенди по второму кругу пошла. Я первую Кенди уже получил. Смотрите, может действительно даст по второму кругу героев. Хотя я думаю, вряд ли. Так, самоцветы. Значки почета. Золотой ключ. Психощит четвертый. Тоже неплохо. Редкое яйцо. Значки. Здесь, кстати, по расходникам меньше падает, но зато здесь падают яйца очень хорошо. И падают психощиты. В предыдущих акциях там хорошо коробки падали с карты. А вот мороженки там, честно говоря, дроп не очень. Так, кристаллы. Значки почета опять. Ну, тоже, видите, по 200 кристаллов получаем. Самоцветы. Ну, давайте психощит какой-то. Еще пару яиц хотя бы легендарных. Так, значки почета. Психощит первый. Ну, уже две рунки получили. Ну, видите, после того, как выбили отсюда уже Анубиса, нам, как ни странно, упала Кенди еще одна. Не знаю, сколько там надо еще доната легендарное яйцо, чтобы вытащить второго Вольтора. Я в этом, конечно, очень сомневаюсь, потому что раз было там роллинг свыше 400 яиц, и, честно говоря, повторно никто не упал. Сейчас как-то бывает проскальзывают по второму кругу герои. Ну, иногда бывает, не знаю, реально багованные акции, и реально призы, те, которые написаны, не падают. Просто не падают. Очень много попыток сливается, но их таки нет. Ну, хотя бы в плане героев, то, видите, мы получили за эти выходные полностью всех. Получается, у нас где-то в районе 15 паков ушло. Но мы получили практически... Ну, не практически, мы получили всех. И Вольтора, и Анубиса, и Стрелка, и Тессу, и Рину. И Арктику получили. То есть... Так, все. Сколько всего набили. Вот есть, смотрим. Привет, весна. Тесса. Вольтор. Арес, Кенди, и пошли. Вот так вот. В принципе, неплохо, скажу вам, получили все, что написано. Роллингом доволен. Пишите в комментариях, кто тоже получил Вольтора. Достал все-таки Анубиса и Стрелка. Ставьте лайки, скоро будет обзор нового героя моего, это Тессу начал качать. Прокачаю, думаю, через пару дней вам покажу ее.
в деле, какой она должна быть в топовой прокачке. Все, всем пока.